Всем привет, с вами Музарубка. В интернете появилась очень интересная новость, которая касается Ларисы Долиной. Циничную зазнайку Ларису Долину погнали в шею. Долина взбесила россиян своим высокомерным поведением. Зрители шоу «Три аккорда» на Первом канале требуют выгнать российскую певицу Ларису Долину из состава жюри. Это произошло после того, как на артистку обрушился шквал критики в комментариях программы. Фанаты задались вопросом, на своем ли она месте, да и вообще, какова ее цель работы на проекте. Вот что они писали. «Наглая, старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью! Она также подходит шансону, как Картункова к балету! Со всем уважением к Ларисе Долиной есть вопрос, зачем она пришла на этот проект?» Вот так вот писали зрители этой программы. Россияне считают, что в последнее время Лариса Долина перегибает палку и ведет себя чересчур цинично. Иногда можно было бы вести себя и поскромнее, а не как пуп земли. Пора и честь знать. Так вот считают поклонники программы «Три аккорда». Зрители посчитали, что именно из-за 67-летней Ларисы Долиной из шоу «Три аккорда» убрали шансонье Александра Новикова, который раскритиковал ее исполнение песни «Гоп-стоп». Люди потом ей лично писали гневные комментарии. «Ведешь себя как гуру музыки, да поешь ты без души, ты понимаешь это, кому-то нужна со своими нотами». А другие писали: «Уберите вы эту Долину с Первого канала, фу, противная физиономия, из-за нее даже не хочется смотреть эту программу, да кем она себя возомнила, пуп земли, кому она нужна?» А что вы думаете по этому поводу? Действительно ли Лариса Долина перегибает палку, или же она права в этой ситуации? Обязательно пишите ваши мысли, ваши умозаключения, рассуждения в комментариях. Все буду обязательно читать. Также обязательно ставьте лайк под этим видео. И чтобы не пропускать новые интересные видеоролики, обязательно подписывайтесь на этот канал. До скорой встречи!